Всем привет, друзья, с вами я, Крикьюб, и обнова будет через час 30 минут. Ну, на момент съемки этого видео, да, может быть, когда вы это смотрите видео, он уже открыт, но разработчики так говорят. Собственно говоря, всю эту информацию вы можете узнать из моего Дискорда, моего сервера Дискорда. Ссылку я обязательно оставлю в описании. И да, я тут писал, и как можете заметить, я уже нашел кое-что интересное. Это то, что касается новой обновы. Это ящер-волшебник и верстак древесного ремесла. Две картинки. Что я думаю? Один из подписчиков хорошо предложил то, что ящер-волшебник будет как моб, с которым мы будем сражаться, да? А я думаю, что верстак древесного ремесла это уже что-то будет связанное с геймпассом, да. Дальше. Я сам же и предположил, что он вернется через 2-3 дня. Как вы можете заметить, это было вчера. Сегодня это уже следующий день. По факту, да. Я написал, внимание, Skyblock возвращается завтра. Точнее, 9 часов вечера. И мы продолжаем. Да, я все пишу здесь. Если вы хотите узнать новую информацию, то заходите просто сюда. Окей. И здесь новые блоки. Блок гриба и какой-то цветок крокус называется и гриб. Также у нас будет ключ на остров. Желудь и склянка для зелий. Возможно, у нас будут деревья размножаться. Дальше это какая-то трава, называется Horse Dash, и более улучшенный блок гриба. Дальше одуванчик, книга и листья. Листья из этой книги. Я думаю, что именно они будут относиться к этому волшебнику ящеру. Книга тоже. Возможно, книгу мы будем крафтить, а эти листы уже будут как редкий дроп, как с буфалкуров. Ну, пока что это все. Да. Очень хорошо все получилось с этой обновой. Мне понравилось. Я сниму видеоролик. Вот прямо через 2 часа, думаю, когда уже обнова выйдет, я пойму, что там и как. Я сниму видеоролик, выложу его, и вы посмотрите его. И пока что на это все. Да, спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока. Увидимся, можно сказать, сегодня.